В Новороссийской военно-морской базе завершились учения противолодочных сил Черноморского флота. Экипажи отработали поиск и обнаружение субмарин условного противника и преодоление минных заграждений. Тренировки продолжались в течение недели и завершились зачетными тактическими учениями на одном из морских полигонов Черного моря, сообщает пресс-служба флота. Малые противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов» в составе поисково-ударной группы отработали ведение противолодочных действий. В начале учения экипажи вместе с самолетами Б-12 морской авиации Черноморского флота тренировались в поиске субмарины. В роли противника выступила подводная лодка «Колпина». В свою очередь экипажи морских тральщиков вице-адмирал Захарин и Железняков провели за тралами группу кораблей. Личный состав очистил фарватер от условных минных заграждений и обеспечил безопасный проход малым противолодочным кораблям. Всего в маневрах сил Черноморского флота участвовали около 10 кораблей и судов обеспечения из состава Новороссийской военно-морской базы.